Дорогие мои, всем огромнейший привет, добро пожаловать на мой канал. У меня за время моего отсутствия дома, пока я была на операции, готовилась, отходила, накопилось некоторое количество посылок, рассылок, косметики, которые я решила, в общем-то, собрать в одном видео и показать вам отдельно, что пришло. У меня здесь коробочка от Faberlic. Также у меня здесь новиночки с сайта Style Korea. Обожаю все, что они мне присылают. Все это пробовать и делиться с вами, потому что это новый классный уход, который у нас появляется. И еще у меня здесь вот такой вот красивущий пакетик от Limoni. У меня здесь и уход, и декоративная, в общем-то, косметика, всего понемножку. Поэтому, если вам интересно, что же новенького появилось у меня, что мне пришло, то давайте начнем это видео. Давайте начнем с Faberlic. Первое здесь это журнальчик, который уже главная страница погружает нас в атмосферу праздника Нового года. У меня здесь в основном заказ, который оформляла моя мама для себя, но я с некоторыми средствами уже знакома. Например, вот этот концентрированный гель для стирки и для белых вещей. Очень он мне нравится. Нравится, что он концентрированный. Мне нравятся вещи после него, потому что я не знаю, то ли это проблемы с моей стиральной машиной. Она многие вещи как-то, мне кажется, портит. С этим жидким средством, в принципе, чуть более лучше становятся мои футболочки. Иногда мне приходится добавлять отбеливатель. Также здесь пятновыводитель. Кислородный универсальный. Он для белых и цветных тканей. Эффективно удаляет различные типы пятен. Он подходит как для предварительной обработки пятен, так и для усиления стирки. Вот у меня точно такой же отбеливатель. Здесь внутри еще мерная ложечка. Очень удобно использовать. Удобная баночка. Он концентрированный. И, безусловно, вещи, ну, результат до и после мне нравится с этим отбеливателем. Что здесь у меня еще? Ночной крем Архитектор. Это пептид комплекс Renovage. Ночной, дневной. И крем, подтягивающий для век. Это серия с пептидами, я так понимаю. Крем сокращает количество и глубину морщин, стимулирует производство естественного коллагена и оказывает мощный антиэйдж эффект. Здесь 5 активных пептидов. Я вам уже рассказывала про пептиды. Кстати, я с мамой делилась кремом от P+, и она сказала: боже, он мне так понравился и вокруг глаз, для зоны вокруг глаз и для лица. И она меня попросила заказать, если будет какая-нибудь очень большая скидка на него. Давайте посмотрим, как они выглядят. Ну, в принципе, ничего особенного. Пластиковая упаковка. Крышечка защитная. Мама взяла гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Не знаю, я, кстати, смотрела на эту серию, но никогда не брала такого плана штучки. Написано, что подавляет неприятный запах, обеспечивает длительное увлажнение слизистых, способствует оздоровлению микрофлоры полости рта. Но вот насчет оздоровления микрофлоры я не верю. Инулин. Здесь пребиотик находится. Экстракт магнолии. Еще две помады, которые она заказала. Это вот такая вот помада. И я забыла как-то... это абсолютный объем губная помада. И оттенок 498. Она, знаете, такое полупрозрачное имеет нанесение. То есть это не плотный цвет, плотный пигмент, который нужно наслаивать. Она, кстати, вкусно пахнет чем-то сладеньким, вишневым, что ли. И вторая помада, это уже Glam Team Makeup. Это Hydra Lips, то есть я так понимаю, что она увлажняющая. Вот так вот выглядит помада. Кстати, я ни разу не заказывала эту серию. Напишите, было бы вам интересно посмотреть обзор, если я закажу с Faberlic именно помады из разных серий, разных оттенков. И эта помада, она уже, кстати, тут более такой у нее симпатичный наконечник. И, кстати, они очень похожи по цвету, прям вообще. Это уже более плотная, но они правда очень похожи. Посмотрите, прям вообще практически один в один, только здесь более плотный цвет. И помада действительно по текстуре, по своей увлажняющая. И здесь еще, кстати, удобно, что колпачок на магнитике.
Следующее, что мне пришло, это мне пришли две коробочки с сайта Style Korea. Это, ну, в общем-то, понятно, что это магазин корейской косметики, непосредственно находящийся в Корее, но им удобно пользоваться. И там очень часто бывают различные скидки, акции, то есть наборы можно купить очень-очень бюджетно. Первое, что мне прислали, это вот такой вот набор Midi Anse Collagen Female Up Daily Skincare Set. Активный компонент – это коллаген. И здесь вот такой вот симпатичный наборчик в розовом цвете. Все как мы любим. Это коллаген гель Skin для очищения, увлажняющий гель. Два полноразмерных средства и две миниатюрки. На самом деле миниатюры всегда очень удобно иметь. Симпатично сделаны. Это, конечно, пластик. Они достаточно легкие. Здесь, естественно, все запечатано. Средство без дозатора. Здесь неудобно нажать. И постоянно придется как-то каким-то вот таким вот образом доставать продукт. Давайте попробуем эмульсию. Еще, кстати, также напишите, нужно ли видео про мои фавориты ухода за 2020 год или фавориты декоративной косметики, или как-то все вместе совместить. Ухода в этом году у меня было, в принципе, много, и много действительно средств открытий, которыми я пользуюсь, которые могу советовать, соответственно, подходящие к моему типу кожи. Очень вкусно пахнет. Обволакивающая эмульсия, потому что у меня руки очень сухие. Сейчас нанесла на одну часть. И здесь вот прям шелушинки, вот здесь прям разгладилось. Интересно попробовать будет данный набор. И вторая коробочка. Здесь уже больше продуктов, и это вообще марка, которую я даже, в принципе, не видела. Я не знаю, как правильно это читается, мне хочется прочитать Сиса, но C-I-C-A, Хуалон. И посмотрите, какая огромная просто бутыль, тюбик, это 300 мл. Это Deep Cleanser, то есть для умывания лица. Он в форме геля, пахнет он травкой. Здесь, конечно же, все на корейском языке, здесь нету никаких наклеечек. А, нет, хотя ингредиенты есть на английском языке, но по запаху похоже на Центеллу. Я вам хочу сказать, что Пурита марка, одна из моих любимейших, которая позиционирует себя как натуральная, и в составе ее Центелла азиатская, это нереальное средство, которое успокаивает мою кожу, увлажняет. Я склонна к и к куперозу я склонна, и к покраснению вот в этой зоне, и поэтому Центелла — это незаменимый, скажем так, компонент, особенно в зимний период. Также у меня здесь вот такой вот крем в картонной коробке, и выглядит как тюбик зубной пасты. Очень интересно попробовать эту линейку. Да, пахнет прям Центеллой. Очень вкусно. Сейчас, когда закончу съемки видео, то обязательно начну именно тестировать эту косметику, потому что мне прям очень-очень интересно. Также здесь Bubble Sparking Booster Wash Off. То есть я так понимаю, что это для умывания. Это саше. Блин, не знаю, вот прям одно удовольствие, если честно, держать эту коробочку в руках. Еще здесь у меня набор масочек. Здесь 10 штучек, и это тканевые маски. Все, сегодня точно будет спа. Ну, я не знаю, сегодня я успею или нет, времени уже много, но в ближайшее время точно. И последнее, что у меня здесь было, это Renew Serum. То есть, я так понимаю, это восстанавливающая какая-то сыворотка. И она тоже вот в такой форме саше. На самом деле удобно пользоваться, но я думаю, что я такой экономичный человек, что мне одного саше может и на дольше хватить. Такие вот саше, это, наверное, сейчас самое гигиеничное, что можно придумать. Потому что тебе не нужно постоянно как-то лезть пальцем в крем, еще что-то, потому что лопатки все-таки это тоже такое себе удовольствие, а вот саше все-таки, мне кажется, это интереснее и удобнее. Написано, что это на 28 дней. Буду, естественно, все пробовать и обязательно с вами поделюсь. И последняя марка, это марка Limoni, я с ней знакома.
Мне кажется, в прошлом году я какое-то видео снимала с этой маркой. Давайте я вам сначала покажу линейку Гиалуроник. Я давно, кстати, ее видела и на нее смотрела, и очень много на нее хороших отзывов. Я забыла сказать о том, что моя кожа сухая, склонная к сухости, сейчас она склонна к обезвоживанию и к шелушению. Самый минимум того, что я могу делать для своей кожи, это ее увлажнять и питать, особенно в период холодов и вот такой вот непонятной погоды. Надеюсь, что именно данная серия меня в этом плане выручит. У меня здесь тонер, и, кстати, он очень красиво сделан по дизайну, таким вот образом. Здесь удобная помпа. Это очень, на самом деле, круто, потому что корейцы, помимо того, что они вкладывают еще определенный состав в свои продукты, еще и думают о оформлении. Также здесь у меня сыворотка для лица, я, кстати, ее еще не открывала даже, и ультраувлажняющий крем. Я буду, естественно, это все пробовать, надо потестирую, и я думаю, что отдельное видео сниму. Также здесь вот такая вот маска увлажняющая, супер увлажняющая с гиалуроновой кислотой. Что еще интересного мне пришло от Limoni, это то, что, в принципе, я ждала, это пудра. Компакт паудер, и у меня это сатиновая компактная пудра, и оттеночек, по-моему, первый. И я выбирала именно сатин, потому что, по-моему, именно она идет увлажняющая, с увлажняющими свойствами. Вот такая вот обычная, собственно, пластиковая упаковка. Конечно, здесь будут оставаться следы, написано Limoni. И здесь спонжик внизу находится для пудры. И в верхнем отсеке здесь сама пудра и зеркало. Я, кстати, не снимала еще с него защитную пленку. Удобно, кстати, пользоваться. Ничем, кстати, не пахнет, но вот если принюхиваться, пахнет, конечно, пластик. Очень хочу ее попробовать, поэтому решила раскрыть ее вместе с вами и уже начать ей пользоваться, чтобы потом какое-то мнение сложить. И еще, что я заказала, это All Stay Cover Cushion. Это тональный флюид кушон. Или кушон, здесь SPF 35, и он для выравнивания кожи и с защитой. Очень интересно, как он будет ложиться на кожу. Здесь вот такая вот большая как бы упаковка. И отдельно находится, получается, сам футляр для кушона. Выглядит он вот таким вот образом. Пустой абсолютно. Также здесь есть зеркальце. И здесь сменная насадка. Рефил, точнее. У меня 0,1 оттеночек Light. И последнее, что у меня здесь, это вот такой вот набор кисточек от Limoni. Какие-то кисточки здесь синтетические, а какие-то из козы, пони и нейлона. И также здесь, кстати, очень красивый чехольчик. И здесь находятся кисточки, естественно, в запакованном виде. Я предлагаю разыграть данный наборчик кистей. Очень удобно, мне кажется, брать с собой в поездку. Поэтому, кто хочет данный набор кисточек, ну, я думаю, что еще что-нибудь интересное я вам положу в посылочку. Оставляйте свои комментарии и пишите, что вы участвуете, а также оставляйте свой инстаграм или вообще что-нибудь для связи. И сразу предупреждаю, больше я никому не буду писать о том, что вы забыли, оставьте, не оставили, все, значит, вы не участвуете, как бы не выполнили условия конкурса, потому что у меня с последним конкурсом была неприятная ситуация, когда я девочке написала о том, что она не оставила контакт, потому что я все ваши комментарии просмотрела. И написала ей: оставьте свой контакт для связи. Она почему-то подумала, что она выиграла. В итоге выиграла потом другая девочка. Меня обвинили в обмане, что я не предупредила, что я буду рандомно выбирать. И недопонимание, меня обозвали недоблогером. Не делай добра, не получишь зла. Поэтому я никому больше писать не буду, что вы забыли. Это считается невыполненным условием. И еще подписки должны быть открыты. То есть вы должны быть подписаны на мой канал, оставить комментарий. Конкурс только по России, оставить контакты для связи и открытые подписчики, чтобы когда я, день недели через две, наверное, я рандомно буду выбирать победителя, чтобы все условия были выполнены и вы смогли получить свои подарки. Надеюсь, что вы не сильно на меня разозлились. На этом у меня все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Мы с вами уже очень-очень скоро увидимся в новых видео. Люблю, целую, пока-пока.